Йорг Агендорф назвал комментарий в газете «Вельт» «Непредсказуемость Европы фатальна». Публицист констатирует, как только речь заходит о санкциях, начинаются подсчеты, кто какие понесет потери. Как ни парадоксально это звучит, но для российского президента Путина Европа должна быть предсказуемой, иначе он постоянно будет тестировать, как далеко он может позволить себе зайти, заключает Агендорф. Журналист «Шпигель» Николаус Бломе в комментарии «Болтуны в коротких штанишках» пишет: «Евросоюзу трудно ввести жесткие экономические санкции против России, ведь почти у каждой страны есть свои интересы и сферы, которые могут пострадать. Для французов это экспорт оружия, для Великобритании это финансовый сектор, а немцы боятся потерять несколько миллиардов евро, инвестированных в Россию». Бломе задается вопросом, с какими убытками готовы смириться европейцы и в первую очередь немцы ради ужесточения санкций. Обозреватель ДВ в Брюсселе Бернд Ригерт считает, что для Брюсселя настал момент истины, если он хочет сохранить доверие к себе. Может начаться невиданное экономическое противостояние с Россией, способное нарушить энергоснабжение Европы. Руководство ЕС тоже должно сказать об этом честно своим гражданам. Однако Россия в экономическом плане далеко не так могущественна, как того хотел бы президент Путин. Но, может быть, Россия больше готова терпеть страдания, чем Запад, и смириться с вызванным санкциями экономическим спадом.